Спорт день за днем представляет проект «Территория спорта день за днем». Санкт-Петербург – северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы. Парк строителей. Обширное пространство на Искровском проспекте. Совсем недалеко от станции метро Проспект Большевиков и от Октябрьской набережной Невы. Расположен в одном из главных спортивных кластеров города, ведь именно у метро Большевиков находится Ледовый дворец. Многолетняя домашняя арена хоккейного СКА. Именно здесь кучкуются люди в синих шарфах с красными буквами. Отсюда они разъезжаются во все концы Петербурга после матчей. В хорошем настроении или не очень. Также недалеко находится легендарная Невская волна, бассейн, воспитавший многих звезд плавания, прыгунов в воду и, разумеется, неподражаемых синхронисток. А в последнее время и мужчин-синхронистов. У них теперь равенство, как в фигурном катании. Когда-то на месте парка строителей был болотистый лес. Типичный петербургский пейзаж, постепенно исчезающий по мере расширения города. В 2004 году парк был благоустроен, и теперь его прежнюю жизнь узнаешь только по воспоминаниям местных. Это совершенно точно не лес. Обычный просторный парк с очень широкими дорогами. Кажется, здесь могла бы поместиться какая-нибудь Андорра или Сан-Марино вместе с их футбольными командами. Для плотно застроенного Невского района такой большой кусок зелени – настоящий подарок. А от лесных традиций осталась любовь лыжников, которые зимой тянутся сюда в больших количествах. Это очень удобное место для их тренировок. Не нужно срываться в Зеленогорск или на другие пригородные трассы. Правда, требуется снежная зима, с которыми в наше время все хуже и хуже. Если так пойдет дальше, питерским лыжникам придется ездить либо в Мурманск, либо сразу в Тюмень. Летом место лыжников занимают многочисленные бегуны и велосипедисты, а также роллеры и прочие. Парк может похвастаться огромным количеством детских тренажеров. Большое пустое пространство использовали как раз под них. Разумно. Для прогулки с детьми это одно из лучших мест района. Тем более, что зимой, помимо лыжни, здесь есть где покататься на санках. На западном краю парка находится серийный ФОК, а рядом с ним местная достопримечательность. Новенький бетонный скейт-парк с зонами для отдыха и воркаута. Конструкторы обещали, что здешнее покрытие особо стойкое. Вот и покажут, так ли это. Отдельная гордость скейт-парка – зона для городошного спорта. Последние годы это забытое занятие старательно стараются воскресить. И, конечно, на комплексных площадках это сделать гораздо проще. Мало кто пойдет играть в городки целенаправленно, а заняться этим после общей тренировки – почему бы и нет? Разумеется, тренироваться на бетонных склонах можно не только, собственно, на скейтах, но и на роликах, самокатах и так далее. Парк строителей, как и его окрестности, довольно шумное, людное место. Любителям уединения лучше поискать альтернативы, а для всех остальных тут полно спортивных возможностей. We'll be right back.